И всем привет, ребят, с вами Мистер Вайкл, сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно обзору новых обновленных дронов. И сегодня вместе с вами мы поговорим про тот самый дрон, который на сегодняшний момент времени, в моем понимании, является лучшим дроном в нашей игре. Ну а если вам подобного рода видеоролики нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше по нашему тегу, ведь он у нас уже обновленный с дополнительными призами, а именно 20 тысяч танкоинов и целых 3 миллиона кристаллов у нас разыгрывается. Для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте мой личный тег TagTeamP, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Ну а мы сегодня вместе с вами обсудим тот дрон, на котором я уже на протяжении супер длительного периода времени играю на своем основном аккаунте. Это дрон Гиперион. И сегодня мы скатаем на том вооружении, на котором я уже играю на протяжении долгого периода времени. Расскажу его плюсы и почему именно этот дрон на сегодняшний день является лучшим дроном в нашей игре. Катать мы будем на Crusader Striker, страйкер с дистанционным подрывом. Это то вооружение, на котором я набиваю трофеи. Если быть точным, то на сегодняшний момент времени я уже набил... Сколько я тут набил? На страйкере у нас набито 700 тысяч. 700 тысяч уже на этом трофее у нас набито. Ну и сегодня скатаем обычную матчмейкинговую катку. Я даже не буду ничего выбирать. Просто пикну быстрый бой. Посмотрим, что нам предложат. Ну и что же у нас по Гипериону? После выхода обновления, когда у нас занерфили бустер, защитник и ловкач, я для себя лично эти все три дрона полностью откинул. У меня в выборе остается Кризис, остается Гиперион, ну и остается Механик, который у нас тоже был видоизменен и который по балансу, как мне показалось, довольно интересным. Да? Если брать полностью универсальность и возможность реализации вашего дрона, то на сегодняшний день, как раз таки дрон Гиперион дает вам возможность максимально долгой жизни в рамках матчмейкинговой катки, а также за счет того, что вы будете долго жить, у вас появляется дополнительная возможность набора большого количества очков. А если очков, то и опыта. Ну а если опыта, то и кристаллов. Ну и в принципе в рамках этого боя, думаю, что мы постараемся все это дело реализовать. Против меня запикиваются киберкотлеты, поэтому надеюсь, то, что мне здесь какой-нибудь саппортинг от тиммейтов будет. Потому что иначе, если саппорта здесь не будет, то все будет максимально сложно. Поэтому надеюсь на помощь своих тиммейтов. Ну и постараемся эту катку выиграть как раз таки за счет нашего замечательного нового обновленного Гипериона, который в этом плане работает супер эффективно, и будем стараться его максимальные качества здесь реализовывать. Тиммейт под возврат играет, может быть даже удастся нам сейчас возврат Элову оформить, хорошо. Так, ну и мы под это все дело играем по доставочку. Играем по доставочку. А против нас группа из трех, я так понимаю, да, бойцов. Жемалова. Ах, про Жемалова здесь происходит. Не успел я немножечко здесь в реализацию дать. Так, ну и нужно успеть OD-шку нажать. Успею ли я на Жемалову делать какую-то. Пробую из-под противника. Хорошо. В Жемалова есть. Так, здесь страховкинс уже от тиммейтов. Ну и, к сожалению, доставка флага здесь все-таки от оппонентов залетает. Пробуем увести флажочек с смещением траектории. Нет, к сожалению, не успеваю это сделать. Резисты, что у меня по резам здесь? От шафта, страйкера и магнума резы стоят. Довольно плотненькая катка у нас намечается. Если, конечно, наши тиммейты будут мне здесь саппортить и помогать. Просто... А, у меня вся команда выходит просто... Опа, ранг запикивается. А вот это может быть уже киберспортивное сражение какое-то. Это уже может быть киберспортик какой-то плотненький. Ну, посмотрим сейчас, будет ли саппорт у нас от тиммейтов. Ребята тут... Ну, какие-то просто сдаются и выходят, да? Но нам надо
Немножечко помощи. А, ранг тоже, да, сдался сразу. Понял. Я вот поверил в него. А он просто взял и вышел. Жалко, жалко, когда такие киберкотлеты тоже просто берут и ливают скатки. Быстрая развалка. Из-за того, что с матчмейкинга у нас все повлетали. Ну ладно, ничего страшного, скатаем еще одну каточку. Думаю, что быстро сейчас это боечек у нас завершится. Но даже в таком бою у нас все равно есть возможность реализации. Можно даже чуть-чуть аккуратнее сыграть тогда уже под ТДМ. Да, если уже так плотненько въезжают в нас и пытаются нагибать, то мы можем чуть-чуть закрыться на пассивочку. Да, и постараться сыграть под реализацию. Спасибо за игру. Угу. Неплохая игра, если честно, получилась. Если учитывать тот факт, что у меня вся команда повыходила. Так, ну давайте пикаем быстробой. Надеюсь, что сейчас что-нибудь интересное нам еще предложат. Ну и постараемся максимально пожить и реализовать Гипериона. Как я уже сказал, главная ваша задача — это стараться найти какую-то определенную позицию. То есть вот для этого дрона, по сути, ну практически любое вооружение подходит, да. И за счет возможности долгой жизни у вас открываются и... А, я опять против этих же самых попадаюсь. Открываются дополнительные возможности как раз-таки реализации вашего вооружения. Только я вот не могу единственное понять. Вот мне все время говорят о том, что группа у нас попадается всегда против группы. Но вот сейчас из того, что я вижу, у меня здесь в команде группы нету. Да, то есть я попадаюсь против группы соло-пиком. Значит, те ребята, которые мне говорили о том, что группа всегда пикается против группы, это разводничок. Так, мне тут уже предлагают определенные вооружения тестировать. Но мы, конечно же, играем под свою реализацию и пробуем выжить максимум с еще одной катки против такой же группочки, которая будет сейчас пытаться выигрывать каточку. Но мы будем стараться что-то здесь противопоставить этим ребятам. Даже в неравных, можно так сказать, условиях. Так, возврат флага у нас залетает. Пробуем накидать. Ну и меня здесь очень быстро фаршматят просто на раз-два. Улетало вон арес по 5 у нас происходит. Ну ладно, давайте попробуем борьбу какую-то показать. Попытка увозинга здесь заканчивается. Пробуем воспу накинуть. Так. Воспомолот здесь бомбочку ставит. Лабанч попский. Так. Шафт с лечением, да, я так понимаю. Там у нас залетает у противника. Пытаются здесь накидалову, ребяточки, сделать по максимальному. Так. Ну и аптечка. Аптечка у нас появляется. Нет. Не успел я здесь дать контактика. Так, ну ладно, 0-3 мы уже летим. Опять у нас турбо-сливная какая-то катка. И даже при всех этих раскладах довольно тяжело здесь что-то делать и конкурировать в соло. Но мы попробуем. Попытка увозинга от нашего тиммейта. Хоппер играет. Играем под флаг. Ну и попробуем влеталову сделать под доставкинса. Первая доставочка есть. Контактик под реализацию. Наш тиммейт на врывалову попытается еще что-то сделать. Может, мы сейчас камбэчную покажем в рамках этого боя. Хоппер пытался здесь улетать, но предотвращаем этот увоз. И доставка второго флага. Начинаем камбэкать эту катку. Я, конечно, в движении здесь уже начинаю играть. Потому что, ну, мы летим, надо что-то придумывать. Есть у нас овердрайв на дефчик. Попробуем сейчас его, если что, здесь реализовать. Попытка отвоза от противника. Сосулендра залетает, как всегда, в молочко, потому что давал через труп. Наш тиммейт попытается здесь отвести флажочек. Так, ну и сосулендру дает. Хорошо, сбиваем сосульку. Сбиваем здесь сосулендру оппоненту. Так, чуть-чуть накидали. Ну и наш тиммейт должен играть здесь разменок. Ура! Это у нас возврат, доставка! Сюда, контактик! 3-3! Есть врывалово! Вот это я понимаю, движуха! Вот это уже камбэчную против группочки делаем. Так, 35% оудика. Пробуем предотвратить доставку. Подборчик есть.
Аптечка есть, откатка есть, но там шафт просто прожимается, да, я так понимаю, да, с овердрайвом прожимается с лечением, и доставка четвертого флага залетает. Так, я смотрю, что у наших тиммейтов атака пошла, поэтому, может быть, мне попробовать как-нибудь на плотненьком девчике сыграть. Меняют у нас там ребята уже пушки из противников, попытаться чуть-чуть дефандрика какого-то долбануть. Поменять можно вообще, если честно, резы. Взять резист от фриза и от молота. Чтобы меня как раз таки эти ребята поменьше здесь могли уносить. Так, ну и врывалово там происходит. Мы пока что под аудишку играть не будем. Наш тиммейт заберет. Попытаемся отвести флаг. Сделаем попыткинс на отвозинг. Так, здесь два противника. Ну и здесь... Ребята все-таки выдефивают свою базу. Есть у нас овердрайв еще, если что, на реализацию. Есть аудишка. Уже мало уделаем. Хорошо. Базовый флаг остается. Но есть и проблемочки. Есть проблемочки у нас. Под увоз игроки играют. Но поза пока что у нас здесь не было. Так, Хантер Фриз дефи прожимается сразу. Ну и у меня аптечки в этой ситуации не было. Играем довольно активно из-за того, что летим по счету. Стараемся выиграть как-то эту замечательную катку. Не просто так же я запикался. Матчмейкинговый бой. Есть и такие бои, где не все получается. Да, это, как говорится, не просто криповый влет на какой-нибудь там условный ТДМ. Здесь уже ситуация чуточку потяжелее. Так. Пробуем врывалово оформить. Возвратик делаем. Так, ну и просто аккуратненько под доставкинса. А, под доставкинса аптечка есть, хорошо. Успеваем вырываться, все четко. Так, два противника въезжают на нашу базу. Аптечка здесь спадает с оппонента, но это 4-5. И наша задача сейчас быстро оформить... Попытаться возврат. Так, а хоппер просто вжимается в меня. Просто вжимается в меня, да? И там у нас что? Передача или что? А, возврат. Все четко, идеально. Идеально. Тиммейты дорабатывают. Но будем пробовать камбэкать до конца. Три противника сразу заходят в атаку. Сейчас мы попробуем всех трех законтрить. Одной со сулендрочкой. Вот так вот. Контрим. Шикарно. Двоих вырубаем. Третьего... Чутка на приемочку. Если бы сейчас бы наш тиммейт еще бы под это все дело бы какой-нибудь увозил, было бы вообще шикарно. Но пока что отвозинга никакого нету. Так, попробуем ворвать. Попробуем ворвать на базу. Здесь у нас Хантера Фриз стоит. Пробуем сливать первого, сливать второго. Пытаемся увозить на центр с прожатием аптечки. У меня аптечка 12 секунд кулдаун. Пытаюсь увозить на центр. Так, нужен дамаг, нужен дамаг, нужна страховка. Врываются противники, под возвратик бы кто-то бы сыграл бы. Аптечка откдешивается, шикарно работает у нас Гиперион. Так, ну и будет ли это размен, либо наши тиммейты успеют как-то ворваться и вернуть. Так, я здесь прожимаю миночку. Уже ребяточки тут меняют пушки, уже два опера рикошета у нас с гелиусами появляется. Так, ну и под возврат... Попытается сейчас сыграть наш тиммейт. Не знаю, получится у них сделать или нет. Пробуем накидочку еще такую аккуратненькую дать. Хоппера Рик от Лобанчпопского. Врывала его аптека у нас есть. А где второй хоппер? О, хоппера пока что не вижу. Наш тиммейт немножечко меня прикрывает на страховочку. Так, ну и было бы очень неплохо, если бы ребята зашли в атаку. Зашли в атаку, что-то попытались бы здесь реализовать. Попытались что-то ворвать. Овердрайв у нас тут и есть. Даем аудишку просто под стенку, чтобы чуть-чуть выиграть время. Ну и будет ли у нас возврат от тиммейтов? Вот в чем вопрос. Будет ли какая-то возврателова? Нет, врывается, не врывается. Нет, походу не врывается. Хоппер там дефает свою базу. Я тут уже потихонечку начинаю расставлять мины. Нет, у меня реза от рикошета с гелиусом. В этом моменте будет, конечно, тяжеловато выдефить здесь базу, но будем пробовать. Будем пробовать. Будем пробовать играть аккуратненько. Так, хоппера Рик наврывал его.
заходит. Так, и Hunter of Riz по удишкой хочет вылететь, а у нее кулдаун просто. У нее просто, вернее, не кулдаун, у нее над башней статус эффектик был спадавый. Шикарный. Так, ну и пока что наши тиммейты никак не могут здесь ворваться на Велзрат. Пытаются ребята все уезжать, пытаются, но никак у них это не удается. Да, три киберкатлеточки у нас. Юных против имеется. Хантера Фриз врывает, но мне здесь уже надо вжиматься. Здесь уже надо вжиматься. И сумеет ли? Нет, не сумеет там задефать наш тиммейт. Противник все-таки доставку оформляет. Там уже из момента старался, конечно, выжить максимум, но... К глубочайшему сожалению, этого было сделать крайне-крайне сложно. Так, у Купера Рика есть овердрайв. Здесь еще и Викафрис мне в спину врывается. Ну, даже вот при таких раскладах наш Гиперион готов сопротивляться. Даже вот в неравных боях все равно наша комбинация работает. И здесь сразу, наверное, да, вот Джамалова. Угу. Возврат есть, и доставка залетает. Вот такие вот две интересных катки мы скатали. Да, два поражения в катках против группы. Но в целом, если честно, я бы сказал, что даже вот в таких тяжелых боях наш Гиперион себя идеально и качественно может реализовывать. А вы пишите, что вы думаете по поводу дронов на сегодняшний день. Какой дрон, по вашему мнению, является лучшим в рамках нашего матчмейкинга? Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну а с вами был Мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.